пятницу в Кении начали предавать земле тела студентов университета в городе Гариса, убитых боевиками сомалийской экстремистской группировки «Аш-Шабаб» за то, что были христианами. Родственники и друзья одной из 148 жертв исламистов, собравшиеся в морге Найроби на прощальную церемонию, не сдерживали ни слез, ни ярости. Я проклинаю все на свете, я проклинаю правительство, проклинаю его беспечность. Целый год только и говорили «безопасность, безопасность, безопасность», ведь были предупреждения об угрозах нашим государственным университетам. Нужно быть осторожными, потому что террористы находятся среди нас, и безопасность во многом зависит от нас самих. Президент Кении Ухуру Кениатта разослал письма со словами соболезнования семьям погибших. В них говорится, что имена жертв навсегда останутся в памяти страны и что они будут отомщены. Также он обратился к мусульманам страны с призывом совместно бороться с угрозой исламизма и не допустить радикализации общества. В последние годы экстремисты группировки «Аш-Шабаб» стали все чаще устраивать теракты на территории Кении.